Президент России Дмитрий Медведев объявил 12 июля днем траура по погибшим в результате крушения в Татарстане теплохода «Булгария», сообщает пресс-служба Кремля. В связи с трауром по всей стране будут приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные и увеселительные программы, передачи и мероприятия. Между тем, Дмитрий Медведев в своем личном микроблоге выразил соболезнования семьям погибших в результате кораблекрушения. «Страшная трагедия произошла на Волге. Мои соболезнования родным и близким погибших», – написал президент. Ранее от лица Совета Федерации первый заместитель председателя Верхней Палаты Парламента Александр Торшин, а также мэр Москвы Сергей Собянин также направили свои соболезнования руководству Республики Татарстан, а также родным и близким погибших. Президент Татарстана Рустам Миниханов ранее объявил, что 12 июля будет объявлено в республике днем траура. Сегодня президент республики лично посетил место трагедии, встретился с родственниками погибших, провел оперативное совещание. Накануне президент Дмитрий Медведев уже получил Миниханову оказать всю необходимую помощь родным и близким погибших. Сегодня президент Российской Федерации Дмитрий Медведев распорядился создать госкомиссию для выяснения обстоятельств трагедии теплохода «Булгария». Очень старый корабль, мы отсюда выплыли где-то, ну, вечером выплыли, уже принят был на правый борт. Он затонул минут за три, даже пяти не было минут, он затонул. Он вот затонул, объявления не было, ничего, он накренился на правый борт, перевернулся и затонул, и все.